аудиторию. Короче, друзья, и уже с другой стороны тоже полтинники лезут. Это наш восьмой. Восьмой полтос. Что, тоже молотобойцы? Тоже молотобойцы, да. Капец. Но те как бы ранее, 22-й год. Ну, да ну какая разница они, и тот. Капец. 24-й год. Ну, полтинники, да, они денег стоят. Конечно, каждый, да по серебру даже, и то прилично стоят. А ну дай-ка я покажу, Жень. Юра там что-то снимала, я. Так, сейчас поснимаю. Друзья, вот такая уже кучка у нас этих монет. Вот. Вот уже полтинников кучка. Вот так вот мы копаем. Смотрите. Полтинники, кстати, в классном сохране. Видите? Ребята, все полтинники в отличном сохране. Двадцатилики, они такие, как бы, да, их чистить придется. А вот полтинники, это вообще бомба. Да. Класс, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Красота. Ладно, копаем дальше.